конце января Первый медицинский канал по традиции подвел итоги конкурса «Лучший лектор». Зрители выбрали 10 лучших лекторов 2018 года как в традиционных, так и в новых номинациях. Наибольшее число голосов набрал профессор Илья Вадимович Егоров, терапевт-кардиоревматолог и главный редактор журнала «Non-Nosery». Среди победителей, которых из 161 номинанта выбирали 1650 зрителей из разных городов, были как хорошо знакомые имена, такие как Бадман Николаевич Башанкаев, Андрей Георгиевич Малявин и Анатолий Иванович Федин, так и дебютанты, в частности, профессор Ольга Дмитриевна Остроумова. Торжественная церемония награждения победителей проходила 6-й раз. Кроме ставшего уже традиционным медицинского брейн-ринга, где интеллект не только лучших лекторов, но и просто гостей Первого медицинского канала проявился во всем блеске, эта церемония запомнится выступлением блестящего тенора, практикующего врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Федора Рытикова.